Казахстан, обладая большими запасами ресурсов нефти, газа, угля и урана, признан энергетической страной. Республика стабильно снабжает внутренний рынок сырьем и экспортирует его в другие страны СНГ. Всего энергию производят 76 электростанций. Их общая мощность – 21 300 мегаватт. В прошлом году выработка энергии составила 94 миллиарда киловатт в час. В повседневной жизни мы все пользуемся электричеством. И для того, чтобы поставляемая энергия была качественной и недорогой, существуют конденсаторы. Современное оборудование, которое компенсирует реактивную мощность электроэнергии, производят на Усть-Каменогорском конденсаторном заводе. С вами программа «Инновации в жизнь», и сегодня мы расскажем о важности и необходимости технологичных отечественных конденсаторов. Универсальные конденсаторы, позволяющие получить качественную, недорогую и стабильную электроэнергию, производят на Усть-Каменогорском заводе. Предприятие с полувековой историей, лидер по выпуску высокотехнологичного оборудования в Казахстане и СНГ. На производстве изготавливают широкий ассортимент конденсаторов, в частности, специальные, косинусные, электротермические и конденсаторы связи. У нас продукция на мировом уровне. Мы для того, чтобы выпускать качественную продукцию, нужно большое внимание уделять обновлению технологий. То есть, насколько вы видите, у нас идет постоянное улучшение технологий. Приобретаем автоматические станки, которые производят намотку элементарных секций конденсатора, тестирование и уже проверенные секции поступают дальше на прессовку, на пайку схемы и на изготовление готового конденсатора. Продукция отличается прочностью и практичностью, в отличие от иностранных аналогов. Специальные высоковольтные и импульсивные конденсаторы используют для повышения передаваемой мощности по линиям электропередач и устойчивой работы всей энергосистемы. Современные устройства также применяют во время испытаний силовых трансформаторов, аппаратов, кабелей и изоляции ЛЭП. Для производства конденсаторов на заводе имеются специальные участки. Каждая зона оснащена современной техникой, которая позволяет создавать схемы, корпуса и другие части конденсатора. Качество нашей продукции зависит от материалов и от той среды, в которой они производятся. Намотка элементарных секций производится в чистой комнате, где происходит поддержание чистоты, наличие частиц, температуры, влажности. Это фактор, который влияет на качество продукции. После намотки элементарных секций из них компонуется сам конденсатор. Паяется по определенной схеме, засылается герметичный корпус, и в шкафах ТВО, термовакуумной обработки, происходит окончательная сушка, удаление остаточной влаги из материалов. Это влияет также на качество конденсаторов. Еще один тип конденсаторов, выпускаемых на этом заводе, косинусные, применяют на заводах и фабриках для экономии электричества. В основном устройства незаменимы на машиностроительных и энергетических предприятиях, а также в нефтегазовом комплексе, где потребляется большое количество энергии. Делают на предприятии также и конденсаторы связи. Они предназначены для отделения аппаратуры связи от высокого напряжения частоты 50 Гц и измерения напряжения линии электропередач. Силовые конденсаторы применяют для фильтрации сигнала на переменных токах и резонирующих сетях, то есть данные образцы используют для коммутации при высокой реактивной мощности или сильных токах. Всего на заводе выпускают около 300 типов конденсаторов. Наши начальники, директора, они стараются новое оборудование своё наставить. Одна из них – это плазморезка. Это уникальное оборудование. Заменила сразу и много гильотин убрала в сторону. Многие сверловочные работы сократила. То есть сразу одна деталь сокращает до 10 операций за один раз. Это время, это качество сразу, ну и, соответственно, скорость работы. У нас остается задача определенная, конечно, это само собой. Но здесь плазма работает, в принципе, она без перерыва. То есть только перерыв на то, чтобы поменять лист металла, заложить программу буквально там какое-то короткое время, и снова она работает. И еще время только тратится на то, чтобы складировать просто детали готовые и отправлять дальше по,
ну, по движению сверловщикам, токарям и тому подобное. Основная задача успешно развивающейся компании – провести импортозамещение на казахстанском рынке и представить высококачественный отечественный продукт. В этой связи предприятие регулярно закупает современное оборудование и выпускает новейшие образцы конденсаторов, чтобы продукция могла достойно конкурировать и пользоваться спросом. Осваивая просторы казахстанского рынка, компания «Усть-Каменогорский конденсаторный завод» добилась и доверия иностранных клиентов. В результате инновационное казахстанское оборудование закупают крупные компании в России, Украине, Узбекистане, Кыргызстане, Франции, Венгрии, Иране и Китае, а также в других странах Евросоюза и СНГ. Объемы производства из-за постоянно растущего спроса растут, поэтому компания продолжает налаживать логистику. Секрет успешного развития компании в постоянном совершенствовании имеющейся технологии. Одним из реализуемых глобальных проектов компании является коммерциализация технологий емкостного трансформатора напряжения. Общая стоимость проекта составляет 164,5 миллиона тенге, из которых 98 миллионов 711 тысяч тенге средства инновационного гранта выделило Национальное агентство по технологическому развитию. В результате Усть-Каменогорский конденсаторный завод закупил технологическое оборудование и разработал конструкторскую документацию на емкостные трансформаторы напряжения типа ЕТН. В первую очередь, конечно же, получаемые средства, ну, они по программе имеют целевое направление, соответственно, и, естественно, все средства шли в соответствии с целевым направлением. В основном это закуп нового оборудования. Оборудование мы стараемся покупать, конечно же, у самых лучших производителей, которые позиционируют хорошее, скажем так, цена-качество, соотношение цена-качество. Здесь есть и мировые бренды, есть и менее известные на нашем рынке производители, но тем не менее в мире они котируются именно тоже соотношением цена-качество. Это индийские производители, и американские производители, и российские производители. То есть стараемся, я говорю, по основному критерию. Емкостный трансформатор напряжения – универсальное устройство, позволяет понизить напряжение со 110,5 кВт до 100 вольт. Еще один инновационный продукт – батарея статических конденсаторов, которые помогают снизить потерю электричества на разных линиях, стабилизировать уровень напряжения и улучшить качество энергии. Мы производили, в общем-то, всегда успешную, хорошо востребованную продукцию, и на сегодняшний день мы не растеряли тот запас прочности, который изначально планировался. На сегодняшний день наш завод лидер своей отрасли на рынке стран СНГ. Соответственно, мы, наверное, с 2006 года стали производителями номер один, вернули свои, скажем так, утраченные в былое время времена позиции и, соответственно, прочно удерживаем первое место на протяжении последних 11 лет. Первый конденсатор на этом заводе был выпущен в 1959 году. С тех пор предприятие производит и поставляет на рынок большой спектр энергосберегающего оборудования. Полувековой опыт работы позволяет компании выпускать исключительно качественную продукцию и постоянно совершенствовать производственный процесс. Усть-Каменогорский конденсаторный завод обладает всеми необходимыми сертификатами качества и безопасности. Общий объем производства продукции в 2016 году у нас составил 2 миллиарда 873 тысячи тенге. На экспорт в Россию где-то процентов 80 мы реализуем. Но это в 2016 году. В 2017 у нас запланировано уже порядка 3 миллиардов объем производства, а на 2018 год 3 миллиарда 300.
Как и любая динамично развивающаяся компания, Усть-Каменогорский конденсаторный завод стремится захватить лидерство на рынке и стать главным в конденсаторостроении и в производстве другой электротехнической продукции. Судя по темпам роста и увеличению объемов, предприятие в последующие годы укрепит свои позиции, тем самым принесет доход в свою и республиканскую казну. Если иностранные страны заинтересованы в приобретении инновационной казахстанской продукции, это означает, что клиентов устраивает и цена, и качество товара. С вами была программа «Инновации в жизни». Ну а в следующих выпусках не пропустите, мы расскажем об очередных уникальных технологичных разработках Казахстана.